Мялка для шкур. Вот состоит она из четырех частей. Вот крайняя, средняя, еще крайняя. И вот подвижная вот такая вот часть. Здесь сделаны зубчики. Здесь тоже самые зубчики. И здесь зубчики. Зазор. Все зависит от толщины шкуры. Ну вот у меня зазор миллиметров по 5. Можно вот эту часть подвижную менять. Делать ее пошире. Она меняется очень легко. Вот этот вот гвоздь вынимаем, на котором она вращается. И мнем. Сейчас покажу, как этот процесс выглядит. Вот у меня есть козья шкура, выделанная. Вот, мне осталось ее только как следует размять. Что я делаю? Я ее вот сюда вот так вот вдвое складываю, кладу. И просто начинаю вот так мять. И левой рукой потихоньку двигаю. Еще раз. Тут, как говорится, нет пределов совершенства. Можно мять до... Она и так вот у меня мягкая, складывается. Вот так вот мнем по-всякому. Как удобно, так и делаем. Кладем. Начинаем мять. Бобровые шкуры. Так можно мять. Козьи, овчинные. Ну, мелкие-то шкурки, там типа норка, куница. Они вот так хорошо руками мнутся. Вот в итоге получаем вот такую вот козью шкуру. Мягкую, хорошую. Так, меряю размеры. Длина у меня 51 сантиметр. Общая ширина 11 сантиметров. Высота 13 сантиметров. Ширина паза 5 сантиметров. И 3,5 сантиметра вот эта подвижная часть. Вот. Глубина паза 4,5 сантиметра. Вот. Фиксируется она саморезами на уголочках.